На календаре 15 марта, ДК «Пролетарка». Сегодня здесь впервые проходит конкурс «Мисс и мистер Политех». Мы обязательно расскажем вам, как это было, но для начала мы решили выяснить, как же конкурс влияет на участников. Скажи, как изменилась твоя жизнь после того, как ты узнал, что ты будешь участником мистера Политех? У меня появилась жесткая нехватка времени. Вот так изменилось, как белка в колесе. А еще и машина сломалась, просто не мобильный стал. Я перестала спать, перестала есть. Появились еще одни траты, и временные, и денежные. Почему ты решил участвовать? Какая была твоя мотивация? Для чего? Хотелось спеть. Просто спеть на сцене? Да, очень. Я решил, что за 5 лет обучения в университете надо хоть раз все-таки появиться на сцене без фотоаппарата. И вот решил не упустить этот шанс. Я хотела еще на первом курсе, не получилось тогда. А сейчас я очень хочу попробовать себя в новом деле. Это худслово. Надеюсь раскрыть свои возможности. Я захотел участвовать, чтобы получить больше популярности. Ты знаешь, что есть студенческая весна и посвящение для этого? Ну, я не выиграл квоту, чтобы выступить. На... Я про жанровую забыл, короче, весну и все. Дорогие профорги, жанровая весна, Всеволод Крупинин, пожалуйста, возьмите его попеть. Мистером Политеха 2018 года становится Малков Артемий. Мисс Политеха 2018 Калинина Анна.